Друзья мои, всем большой привет! Сегодня мы нарисуем очень красивые цветы, которые называются сон-трава. У меня вот такой референс. И попробуем нарисовать акварелью. Сначала простым карандашом, но наметим, да? У нас будет три цветочка, то есть примерно расположение один, ну, такой самый крупный, здесь второй и третий. Это такая у нас как открытка, да? И теперь примерно нарисуем лепесточки. Они как бы как будто в чаше. Вообще цветок очень красивый. Он у нас растет в лесах. Я как-то в детстве даже находила, да, помню до сих пор. Он очень редкий, как бы занесен в Красную книгу. И безумно красивый. Кстати, очень напоминает крокусы, но он такой пушистенький. Пушистость у него повышена, скажем так. Так, аккуратненько прорисовываем, да, вот лепесточки. Такие фиолетовые, нежные. Здесь лепесток делаем. Он немножко вот этот вот выгибается. Вот таким образом. Здесь вот можно... форму. Вот. Следующий лепесток давайте вот таким образом сделаем. Пересекаются, да, следующий лепесточек. Ну, такая, на самом деле, не очень простой сегодня у нас рисуночек. Можно немножко покрупнее, да, вот этот лепесток сделать. Но мы постараемся максимально нежно его сделать. Бок уходит этот лепесток, и там заворачивается немножечко форма вот таким вот образом. Внутри у него желтая, да, вот эта вот центральная часть, и здесь торчит вот еще вот такая форма, такие более длинные, назовем их как усики, да, такой цилиндр я сделала. Ну, сейчас немножко смягчу, конечно, это будет не цилиндр, а я стебельки, да, просто намечу, потом их уже будем делать акварелью. Теперь вот следующий, да, делаем цветок. Кстати, напишите, знали ли вы о таком растении, может, у кого-то он там растет в огороде, возможно, да, сейчас я в интернете смотрела изображение. Кстати, в горах вот попадалось мне много, да. У нас, конечно, он очень редкий. Один раз в жизни я его встречала. Вот. Аккуратно. Здесь вот форма идет немножко еще острее, да, вот таким образом. Вот боковые формы немножко давайте вот заберем. Так, сюда. Здесь вот здесь лепесток, это, ну, тоже задний, да, он такой вот немножко плохо прорисован. И последний, да, здесь у нас несколько лепесточков. Аккуратненько.
А, кстати, стебелек, вот он сюда идет. То есть они немножко пересекаются. Так, следующий форму. Такой объемный лепесточек чашечкой, да? И вот сюда уходит. Дальше через такой интервал небольшой здесь вот еще у нас лепесток. И вот этот вот лепесток давайте сделаем. Заворачивается. Таким образом. Здесь выворачивается еще один. Ну, так совсем. Таким образом. И давайте части. Так вот, вот сюда будет идти. Теперь немножечко с помощью ластика я смягчу вот эти контурные линии и приступим к самому интересному, к работе с акварелью. Линии я смягчаю, чтобы они не просвечивали особо из-под краски. Ну, мне легче, чтобы рисовать, да, было. На них я буду ориентироваться. Тут очень сложные мысли. Я сейчас рисую ночью. И вот как-то уже это сложно сформулировать, получается. Как-то хочется красиво сказать, начинаешь задумываться. Вот, мне, если честно, уже нравится такая нежная. Так, приступаем. Свою любимую кисточку для акварели, троечку, это коза, я ее использую. И будем, давайте, отсюда рисовать. Листики будем по одному. Лепесточки, да? И через один я буду пропускать, чтобы они подсыхали. Вот, наношу водичку сюда. Теперь мне нужно взять фиолетовый цвет. В принципе, он почти такой вот, как в акварели, немножко голубого я сюда добавлю. Вот такой вот хороший фиолетовый цвет. И теперь аккуратненько вот с этого края, да, здесь на кончиках лепестков они цвет более такой насыщенный, темный. И потом он немножко светлеет ближе к центру. У нас будет несколько слоев, мы еще потом затемним. Теперь я вымываю кисточку и здесь уже аккуратненько вот так вот такой плавный переход делаю. Распределяю эту водичку, скажем так, аккуратненько, плавненько, чтобы такой красивый, нежный у нас цветочек в итоге получился. Вот сюда давайте. И вот здесь, вот, да. Вот эту вот часть нужно оставить. Может, она, конечно, я ее длинноватую сделала. Вот. Сейчас можно кисточку немножко вымыть. А бумажную салфетку у меня тут лежит. Я вот лишнюю воду иногда промакиваю, да? Вот здесь такими движениями вверх. Немножко вот посветлее мы делаем. Вот один лепесточек готов. Этот я пропускаю, потому что рядом сохнет. Вот этот будем делать. Он у нас такой достаточно темненький. Давайте нанесем сюда сначала водичку. Он такой в тени, поэтому, в принципе, такое темное пятно будет. Вот этот вот фиолетовый я беру и аккуратно распределяю.
свет вот таким образом. Сюда он как бы дальше идет, да? Можно еще по насыщению сразу сделать, что действительно темный. Кстати, можно, давайте добавим такого бордового цвета. Мне кажется, он такой подходящий. Аккуратненько вот я распределяю цвет. Ну, он пусть как бы сохнет слой. Такой аккуратный у нас получился. И внутри там немножко посветлее. Вот как листик выворачивается. Я оставляю тоненький-тоненький вот контур белый. И вот этот листик, который внутри. Вот я его сейчас такую внутреннюю часть, как бы вывернутую, я закрашиваю. Вот таким образом. Так. Дальше. Этот лепесток мы пропускаем. И давайте вот этот боковой сделаем. Тоже наношу водичку сюда. Он у нас тоже достаточно темный. И выворачивается. Это не то, чтобы я хотела, кисточка плохо вымылась. Поэтому у меня вода как будто розовая получилась. Вот берем темный насыщенный цвет. И закрашиваем тут вот этот вот лепесток. Аккуратненько. Вот он туда как бы выворачивается. Нужно оставить такой небольшой контур. И вот здесь такой вот край. Там соединяется, да? То есть лепесточек, он получается такой эффект, что он немножко вывернулся наизнанку. Ну, здесь можно такую форму, дугу, да, почетче сделать. Как бы заслоняет. Так, хорошо. Можно приступить. Этот пусть сохнет. Этот лепесток уже... Ой, вернее, вот этот сохнет, этот мы пропускаем. Этот лепесток высох, поэтому можем вот к этому вернуться. Итак, давайте сделаем все то же самое. Водичку я сюда наношу. Он такой, кстати, да, достаточно большой у нас будет. Водичку нанесли. Берем фиолетовый цвет. И теперь здесь нужно немножечко... Они как бы нахлёст идут, но я отступлю такой небольшой край. И, собственно, все то же самое. Немножко у него такой рваный как бы контур. То есть не идеально ровный, да? Вот здесь потемнее, да? А к центру цвет он светлее. То есть нужно плавный переход сделать. И прям до сюда, то есть там лист большой у нас, водички больше надо использовать. Аккуратненько. Так. Здесь немножко прям вытереть можно. Угу. И теперь такой небольшой контур белый я оставляю. Тоненький, такая толщинка у нас лепестка.
И закрашиваю вот эту вот вывернутую часть, она немножко потемнее будет. Дальше вот этот лепесток, он достаточно темный у нас. Давайте сейчас водичкой вот его закрашиваю. Берем фиолетовый и полностью его закрашиваем, собственно. Воды многовато, мне кажется, я сюда нанесла. Форму, да, делаем. Прям вот сюда нахлёст идет. Здесь немножко острее можно сделать. Аккуратненько. Больше цвета положить. Пусть этот лепесточек сохнет. Сейчас внутреннюю часть вот этого немножко мы сделаем. Тут она посветлее, да, будет. Тут как раз этот лепесток высох. Можно вот посветлее цвет положить. Такой тоненький-тоненький контур у меня остался, да. Вот так вот продолжается. И последний вот этот лепесточек. Ну, все то же самое. Водичку давайте нанесем. Водичку нанесли. И вот фиолетовый я еще на палитре. О, нет, цветы мои. А фиолетовый с бордовым смешаем поярче. И аккуратненько. Давайте вот цвет сюда нанесем. Вот сюда тоже. Вставляем такие контур. Такой плавный переход теперь делаем. Здесь достаточно светлый цвет должен быть. Так вот. Так. Вот. Цветочек почти, что, ну, лепестки еще, сложно сказать, готов, еще много всего, да, делать. Да, мне такой достаточно острый, не надо тут переход. Так, пусть сохнет. Теперь вот эти лепесточки давайте сделаем. Ну, вот этот на заднем плане, он такой будет немножко размытый, так подробно мы его можем не прорисовывать. Аккуратненько вот фиолетовым цветом вот этот такой у нас лепесточек просто фиолетовым закрашиваем. Ну, здесь можно потемнее сделать в этой части, поскольку здесь будет тень. Аккуратненько и так вот каждый лепесток. Единственное, внизу такой достаточно темно. Такая у меня прям клякса получилась. Фиолетовая. Ее можно так чуть-чуть вывести сюда. Вверху, да, тут тоже можно
немножко потемнее быть. Так. Наверное, сегодня у нас все-таки будет однослойная такая живопись, потому что если там многослойную прорисовывать, да, конечно, будет красиво, но, к сожалению, по времени это еще очень-очень долго. Просто если одно дело один цветок рисовать, другое дело да, три цветка. Не хочется час-два тратить на видео, в том плане, что потом я его не загружу. Будет очень тяжело. Поэтому одним слоем сделаем, ну, тоже, так, я думаю, достаточно симпатично будет. Ну, нежно так. Такой лепесточек. И вот здесь. Так. Ступаем. А посередине там такой прям нежный-нежный будет. Ну, он как бы выворачивается. И белый контур мы оставляем. Этот лепесток можно потолще сделать, чтобы форму, да, чтобы у него получше было. Но единственное, что я закрасила вот этот вот промежуток. Вот так вот немножко вытяну. И здесь по форме лепестки немножко покруглее, да, можно сделать. Так, и вот этот. Здесь я тоже уже сразу, давайте, не буду воду наносить. Фиолетовые лепестки сделаем. Аккуратненько. Так. Вот один. Давайте теперь через один тоже немножко. Вот таким образом. Дальше. Вот здесь он как бы выворачивается. То есть будет темнее. А внутри светлее. Сейчас выбиваем. Внутри так немножко контур только я оставляю, такой тоненький, да? И посветлее делаю. Краска растеклась. Дальше вот следующий лепесток. Вот. Потемнее тоже сделаем. Вот таким образом. Здесь прорисовываем и такой светленький лепесточек на сзади там, да, как бы аккуратненько водичкой делаем форму. Вот сюда давайте. Вот. Этот лепесток я еще один слой положу, чтобы затемнить, поскольку он тут слишком светлый получился. Вот. Ну, можно, в принципе, вот бордовый я смешиваю с фиолетовым. Как бы везде, да, вот внизу. Там будет тень. Вот здесь будет тени, да. Как бы этот лепесток и портить. Цветок не очень хочу. Больше всего старались, да, мы тут дольше всего прорисовывали.
Ну, давайте еще один слой можно положить здесь, где тени. Аккуратненько. Ну, здесь вот я контраст сделаю немножечко. То есть здесь тень. Таким образом. Аккуратненько. Так вот контур, да, вот кисточку, вот форму. Здесь, здесь тоже можно немножко контур такой наметить. И также вот небольшую фактурку, да. У листочков вот по центру, да, вот такая как линия идет центральная, достаточно темная, можно ее тоже вот сделать, ну, не на всех, да, где-то вот особо и кончики, да, вот потемнее тоже форма как бы ломается, здесь кончик тоже лепестка затемнить можно. Здесь вот. Здесь. Таким образом, в принципе, тень просто идет. Так. Такое хорошо, хорошо вымыло. Теперь давайте вот аккуратненько нарисуем вот эти вот желтые элементы. Здесь, в принципе, вот такие тонкие штуки. И внутри тут тоже буквально... Очень, ну, на самом деле сложно тут что-то разобрать. Ну, просто давайте вот точечки я поставлю. Потом возьмем тоненькую кисточку и вот прорисуем какие-то направления, да, вот. Торсинок. Тут желтого побольше можно. Немножко зеленого даже рядышком. Вот, вот эти палочки, да, они такие вот зеленоватые как будто. И на конце немножко бордового. То есть такие вот они. Интересная, да, форма. Теперь возьму кисточку потоньше. Вот это ноль. Нолик. Давайте еще зеленого можно взять. Темно-зеленого я имею в виду тут. И вот такие полосочки, да, сделать. Это вот, то есть тут еще не высохла краска, это достаточно сложно. Лучше подождать, пока просохнет, да. И также коричневый возьмем цвет вот тоненькой кисточкой. Немножко вот. Такие точечки сделаем в направлении. Их тоже много не надо делать. Вот, ладно, пусть подсыхает, потом можно еще тут что-то подрисовать. Давайте теперь сами стебельки нарисуем. Достаточно темные, поэтому берем темно-зеленый цвет. Можно его даже с фиолетовым немножко смешать. Вот такой. Темный цвет, водички побольше. И аккуратненько, сейчас не спеша, рисуем. Вот буквально, то есть нажимом, да. Один, потом второй. Ну, такой ножка у него достаточно толстая, на самом деле. Такая сочная. Вот. Сюда через цветок, да, он идет вниз. Вот. И
Вот этот вот проходит тоже через лепесток. Вот сюда. И следующий вот здесь вот он идет. Достаточно тоже такой толстый. Вот линию я сюда нарисовала, да. Теперь тоже поярче нужно взять цвет и аккуратненько такими плавными линиями нужно нарисовать у них тут такие листик очень интересные, вот таким образом они идут, как пальмочка, да, вокруг. Я с фиолетовым смешала зеленый, вот сюда, да. У них еще такой белый пух, пушистость. Ну, его сейчас как бы на фон делать, да, чтобы передать. Ну, можно, может, немножко потом голубоватого, да, такого свечения добавить. Так как бы очень необычные, интересные цветы. Вот. Таким образом, да, вот. Лепестки у них, ой, не лепестки, а листья выглядят тут вот. Виднеется, да, то есть они туда как бы уходят, по идее. Ну и собственно у этого, да, там сзади давайте сделаем. Примерно так. И немножечко можно взять голубой цвет. И такой вот как эффект пуха, да, сделать. Вот здесь где-то на переднем плане. Вот так голубым немножко пройтись. Не знаю, насколько это получится передать. Всем аккуратненько. Сейчас я водичкой, конечно, тут размою немного, что немножко странно смотрится, чтобы таких ярких, прям контрастных пятен не было, да. Вот, добавлю больше водички. Немножко вот оранжевый с коричневым цвет я смешаю, да, и может где-то поконтрастнее вот. Тут нарисовать, да. Ну, собственно, на этом я закончу. Такой нежный, красивый акварельный рисунок. На этом все. Не забывайте подписываться. До новых встреч и всем пока!